Творение называется «Шоколадный поезд». Очень вкусный и нарядный час я поезд шоколадный. Вдоль вагонов надпись шла, шоколадная стрела. Все вагоны днем подряд были чистый шоколад. А вагонные скамейки были раковые шейки. Час он сонный ветер, он, но к несчастью вез остен. Эти страшные состены облизали все вагоны, а потом не утерпели, паровоз трубы съели. И, конечно, по пути и пришлось пешком идти. Перца Марина, молодец!